Я пою, сколько себя помню. Я знаю, что голос – это великий инструмент, которым можно выразить любые эмоции, рассказать истории. Я буду слушать вас сердцем, потому что наверняка вы будете петь от души. 30 листопада – Львів, міський палац культури. 7 грудня – Дніпропетровськ, палац студентів. Я хочу стать твоим тренером. Голос країни. Перезавантаження.